Маржан Шапиева в областном департаменте госдоходов работает с 2003 года. На протяжении последних 10 лет регулярно сдает кровь. Женщина прекрасно понимает значимость и необходимость своего вклада в общее дело. Отметим, донором может стать любой здоровый человек. Считаю, это очень важное дело, так как, во-первых, значит, у меня позволяется здоровье. Во-вторых, я хочу, значит, помочь, раз я сама в состоянии, помочь людям, которые находятся в чужом состоянии, кому нужно, ну, значит, спасти жизнь добрых, хороших людей. Для сотрудников Департамента государственных доходов это не первая акция по сдаче крови. В традиционном мероприятии приняли участие порядка 40 сотрудников. Сотрудники Департамента государственных доходов регулярно принимают участие в донорских акциях по сдаче крови. На этот раз мы решили пригласить центр крови непосредственно в Департамент государственных доходов. Подобные акции проводятся приблизительно раз-два в течение квартала. Ежедневно с центра крови в медучреждения города распределяется по 30-40 доз крови для больных. Однако важно понимать, банк центра должен постоянно пополняться. Эгерим Бегенова, Медет Кайркенов, Амир Койшибаев, Кукшак Парат.